Привет, друзья, всем на нашем канале Play On. Сегодня мы рассмотрим изготовление блока питания, ну, небольшого, не сильно мощного, ну, до 5 ампер в пике. Недорого. В корпусе, значит, от привода CD-ROM от компьютера. Он будет иметь небольшие габариты. Основой будет блок питания, плата питания импульсная 220 на 24 вольта, 6 амперная. Потом мы подаем сигнал на понижающую плату. И там будут две регулировки. По напряжению можно будет регулировать и по току, ток ограничивать. Также с помощью этой платы можно заряжать литиевые аккумуляторы, там по принципу CCCV. Ну и дальше сигнал у нас пойдет на, через амперметр, ампер, вольтметр. Будет показание по току и по напряжению. И дальше уже, понятно, наклемник на нагрузочку. Для проверки плат, запитки небольших, не сильно мощных приборов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, сейчас перейдем к делу. Так, ну вот на понижающую плату на многооборотные резисторы подстроечные отдел. Вот тут припаял пружинку. Там чуть будет в сторону выходить регулятор. А здесь у нас термоусадочная трубочка проволока на фиксации. На микросхему радиатор добавил на всякий случай. Вот тут. И выход светодиода, вот это вот подпаял светодиодик. Станы будут в окошко видно. Ну вот у нас панелька от привода, CD-привода старого. Тут клемники. Вот. Ну и ампер-вольтметр. Сама плата силовая. Она смонтирована на железном корпусе привода, CD-привода от компьютера. Ну, вот сейчас будем туда все до кучи ставить, потом испытывать. Крутится вот прекрасно теперь вот, все эти регуляторы. Так, ну вот я корпус собрал, все это хозяйство. Регулятор у нас, тут окошечко, светодиоды видно от платы, значит. Зеленый это у нас холостой ход или напряжение питания. Потом переключается при нагрузке на другой цвет. И тут красный светодиод вынес, только один припаял. А эти штатные отплаты. Это когда окончание зарядки или превышение потока, защита потока срабатывает. Значит, мы сейчас попробуем вот зарядить аккумулятор литиевый от этого. Значит, для этого что? 4,2 вольта выставляем питание. Теперь закорачиваем, выставляем ток заряда. Ну, где-то пусть 0. Ну, около ампера, 0,96, ну, все, вот у нас светодиод горит, это что, значит, теперь включаем сам аккумулятор литиевый и посмотрим зарядки. Все, пошел у нас, пошла зарядка. Ну, вот батарея, аккумулятор зарядился, теперь у нас перешло на зеленый свет, значит, зарядка окончена. Синий потух, зеленый загорелся, все, зарядка закончилась. Ну, при выключенном питании у нас вольтметр будет работать, ну, вот выключенном, пока работать в режиме вольтметра, вот это. Раз мы включаем батарейку, вот у нас 4,17 показывает. Включаем. Так. Так, ну, сейчас можно еще на нагрузке проверить, вот на виде лампочка автомобильная. Я вот задавал тогда на зарядку аккумулятора где-то 0,96 ампера. Вот мы включаем лампу. 4,18, да, было, вот ток вот больше не дает, крутим, значит, пытаемся настроить, значит, напряжение увеличить, все, ток он нам больше не дает, то есть мы, вот красный светодиод зажегся, это у нас защита сработала, больше ток он не, на нагрузку не дает. Сейчас я выкручу побольше защиту, посмотрим, что у нас будет ток, какой максимальный. Вот мы сейчас увеличиваем настройку тока. Вот так, чтобы он... Вот потухло у нас. Значит, индикатор настройки потух по току. Ну, увеличиваем напряжение. Значит, сколько он нам даст? 12-вольтовая лампа. Так, глаза не свети. Значит, вот 12 вольт даем.
Так, вот защита мы опять сработала. Значит, мы убираем защиту еще. Красный садил зажегся. Убираем. Ну вот тут. Убираем защиту потоку. Ну вот на 20. Ну эта лампа может зареть, конечно, по-быстрому. 21,5, 2,67 ампера. Вот у нас так вот работает отсечка потоку. Ну а вот на штатном режиме 12 вольт. Лампе даем, ну 13 пусть, там около 2 ампер. Ну все, вот можно осуществлять, кажется, защита потоку, предохранять случайного, как говорится, перегорания ваших каких-то экспериментальных плат и прочих. То есть можно заводить ограничение потоку. Довольно-таки неплохое получается. Ну вот сейчас вот у меня кусок нехрома на старом прошлом сотрении. Померить интересно, сколько у нас вытянет. Ну вот, 3,8 ампера, да? Вот так, если... 3,8. Ну, неплохой результат. Ну, долго при такой нагрузке гонять нежелательно. Или там надо поставить тогда вентилятор. Внутрь корпуса места хватает. Можно добавить вентилятор. И, в принципе, будет нормально. Так, ну вот минималку он регулирует там 1,25 вольта. Сейчас проверим. Где-то так было. Вот, 1,25. И до 24 на максималке. Ну, тут что-то наоборот, но я оставил. Можно плавно набирать резисторы эти. Ну вот, 23,7. Ну вот, такой мини-лабораторничек, компактненький. Вполне неплохая самоделочка. Ну все, ребятам всем пока. Привет. До встречи на канале.